Боевой армейский резерв специальный, БАРС. Так называется проект, в котором могут принять участие зареченцы, отслужившие в армии. Горожан приглашают в мобилизационный людской резерв. Демобилизовавшиеся в 19-м, в 20-м, в 21-х годах. Ребят, то есть молодежь и офицеры. Офицеры до 57 лет. Находиться данные ребята будут дома, но заключив предварительно контракт нам в Пензенской области, мы набираем мобилизационный резерв в город Ульяновск. В городе Ульяновск очень много боевых частей, куда мы набираем этот резерв. Менять место жительства или работы резервистам не нужно. Причем всем заключившим контракт гарантируется финансовое вознаграждение, упрощенное поступление в вузы Министерства обороны России, карьерный рост, получение навыков вождения боевой техники, стрельбы из всех видов вооружения, квалифицированное медицинское обслуживание и многое другое. Контракт заключается на 3 года и подразумевает военные сборы с тренировочными занятиями. Сборы предусматриваются 1 раз в 3 года. Будет выдаваться форма одежды, полностью военная форма одежды, которая остается, всегда будет находиться у этих ребят, у резервистов, будут дома находиться. Специальные нашивки будут выдаваться данных подразделений, где ребята будут проходить службу. Ежемесячно резервисты будут получать от 3000 рублей. При заключении контракта также предусмотрена единовременная денежная выплата. Сержантам и солдатам от 18 тысяч, офицерам от 34 тысяч рублей. Все подробности о проекте «БАРС» можно уточнить в Зареченском военкомате. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».